У меня как болит голова, как тебе такое? Болит? Да. Это знаешь, типа как с тональным сексом, короче, это типа надо жопу разрабатывать. Потому что в те времена, когда мы прям ебашили в Apex, типа я, естественно, был более стрессово устойчивый. А сейчас, блядь, все, я нахуй один на один с чуваком остаюсь, у меня паника, у меня хуячит сердце, кровь от пениса отливает к мозгу, от мозга отливает к ногам, блядь, от ног отливает в жопу, но только, блядь, не в руки, только, блядь, не в руки, ни в коем случае. Попал прямо. Вырубили. Легкие. Сойдет. Ваня, похуй, поднимает. Нет. Ёбок. И лайфлайн там. Лайфа с половиной. Минус один, да, видел. Тоже лежит. Лайфлайн. Перед Ваней. Без армора. Еще? Еще, еще, еще! Еще! Закрой дверь.
топ. Лайфлайн бичу топ. Заебал он тебе щиты. Уходит. Тиханул. Пиздец. Андронов, ресет. О! Дуэль нахуй. Блять, ресет. Я открыл дверь, она тупая. Блять, открою. Это, блять, нахуя ты блочишь, пизда? Stop blocking! Савчик. Thank you! Третий, сука. Да. Кто-то говорила? Стоп, еще шаги. Мне одни. Блять. Пиздец, я посрался, блять. Да все нормально. Блять!
Так, Дармаму я пришел договориться. А че, змей мой золотой рюкзак? Эпу, гранак. А че ты его не завалишь? Да не, я... Да, да. Он гранак золотой скинул, да? What's that smell? No, you smell like a bug. Who says I smell like a bug? You are smelling like a bug. Пиздец. Знаешь, почему я беру Октейна? Потому что он иногда так жалостливо говорит: «Выбери меня, выбери меня, выбери меня!» Как щеночек, который в витрине стоит, хвостиком машет, тебя смотрит. Выбери меня, выбери меня. Видел видос, где щеночек об этом? Идите в детдоме. Блё. Слышишь, как я играю в Apex? Хорош.